Ребят, смотрите, чудо изобретения в нашем зале. Что у нас есть? Как мы тренируем хват? Помимо. Да. Да, покажи, мы на бицепс тренируем хват. Вот это? Нет, нормально покажи. А, вот это? Нет. На трицепсе на бицепс как ты тренируешь? Так, вот ты. Так. А на трицепс как? Ну вот, хват и все. Вот. Расскажу вам историю этого турника. У нас летом в Ялте на набережной ребята ставят такие турники. И если ты 2 минуты на них висишь, равным хватом, да, выиграешь 1000 рублей. Но мы же самые умные в этом мире решили сварить такой турник, за зиму потренироваться и 5 человек поехать в Ялту. Ой, за мышцы, и по 5, и пятерочку на пятерых заработать, лохануть всех. Сварили мы этот турник, но я просчитался и сварил слишком толстую трубу. 63 миллиметра диаметром. Она гораздо больше диаметром, чем... Та, что... Поняли, чем что. Да, та, что в Ялте. Кстати, рекорд на этом турнике — минута 0,7. То есть 67 секунд. Вот. Натренироваться на нем реально 2 минуты невозможно. Слишком толстая труба, да. В результате мы просто на нем подтягиваемся, тренируем хват. Вот. Так что вот так хитрожопость наша нам сыграла на руку в плане прокачки хвата бицепса. Да, ну давай еще разок. Покажи, сколько ты провисишь максимум. На время, давай. Сколько максимум? Два. Раз, два, три. А что вы нахер? Мы сказали, что 1000 Да ладно. 1000 рублей.